Вы смотрите «Вести» на канале «Россия». Доброе утро, в студии Андрей Шевцов. Наши К-52М уничтожили технику ВСУ. На запорожском направлении боевики испытали на себе мощь самохода «Кокация». Оплачивать ЖКХ без комиссий банков, дополнительная компенсация от пенсии участников СВО. Сегодня вступает в силу ряд законодательных изменений. Францию охватили массовые беспорядки после первого тура выборов в парламент. В лидерах движения Марин Ле Пен у партии Макрона сокрушительное поражение. В начале охоте специальной военной операции на Авдеевском направлении позиции противника успешно атакуют артиллерию.